Тема сегодняшнего занятия – подсчет двумя способами. Это задача с 495 и дальше. Эпиграф – что в лоб, что в пол. 495 задача. В конференции участвовали 19 ученых. После конференции каждый отправил или два, или четыре письма своим коллегам, участникам этой конференции. Могло ли случиться, что каждый из ученых получил ровно три письма? Мы считаем, что письма на почте, разумеется, не теряют, и никуда, кроме как своим коллегам, никто не пишет. Пожалуйста. Нет, такого не может быть, потому что... Допустим, каждый из них, если будет посылать по два или по четыре письма, два или четыре четные числа, то получится все равно четное умножить на любое другое число, получается четное. То есть в результате всего отправится писем четное число. А если каждый из них отправит по три письма, то получит по три письма. Да, получит по три письма, да. То получится тогда 19 умножить на 3. Нечетное число. Да, нечетное число. Спасибо. Смотрите, в чем была идея. Количество отправленных писем совпадает с количеством получено. Вот и все. Если мы отправляем по два письма или по четыре письма, то значит количество четное. Если мы получаем все время только по три письма, и человек у нас 19, да? 19, то результат обязательно нечетен. Никакое четное число не равно никакому нечетному. Есть такой математик, Сергей Иванович Токарев. Так вот, он по этому поводу любит говорить, что вот разные математические принципы названы разными великими именами. Например, есть такой принцип Дирихле. Ну и много других есть теорем, в честь кого-то названных. Так вот, человек, в честь которого назовут принцип, никакое четное число не равно никакому нечетному, такой обязательно. И это должен быть какой-то очень-очень великий ученый, потому что вот так же, как принцип Дирихле используется чуть не на каждом шагу, так же и то, что никакое четное число не равно никакому нечетному, тоже используется очень часто. Вот мы только что использовали. 496-я задача. Несколько шестиклассников и несколько семиклассников обменялись рукопожатием. Каждый шестиклассник пожал руку семерым семиклассникам. А каждый семиклассник пожал руку шестерым шестиклассникам. Кого в этой компании было больше? Шестиклассников или семиклассников? То есть представьте себе картинку, что перед вами огромный школьный двор, и там десятки шестиклассников, и тоже немало семиклассников. И они пожимают друг другу руку. Не так, как вот строй солдат, что иду и подряд всем пожимаю. А нет, как в реальной жизни. Кому-то пожал, с кем я хорошо знаком, кому-то не пожал, там кого-то я не знаю. Вот. И в некоторый момент наблюдатель сказал: ух ты, как забавно получилось. К этому моменту каждый шестиклассник пожал руку семерым семиклассникам, а каждый семиклассник
пожал руку шестерым, шестиклассникам. Вот. И требуется, исходя только из этой информации, понять, кого же было больше. Семиклассников. Шестиклассников или семиклассников, да? Семиклассников получается. Почему? Потому что как минимум шестиклассников может быть шесть, а семиклассников семь, так как каждый семиклассник пожал руку шести шестиклассникам. Понятно. Нет? Дело в том, что у меня сегодня уже второй такой кружок. На первом меня просто замучили этой картинкой, потому что они просто никак не могли понять, что же мне от них еще надо. Вот они мне это нарисовали, сказали, что пусть у нас с этой стороны будут шестиклассники, а с этой стороны будут семиклассники. И пусть каждый пожмет руку каждому человеку из другого класса. То есть шестиклассник берет, проходит по всем семиклассникам, всем жмет руку. Семиклассник, например, вот этот, жмет руку, то же самое, всем шестиклассникам. Замечательно. Это замечательно. Но это не решение задачи. Потому что вы не можете быть уверены, что ситуация была ровно такая. Может быть, все было гораздо сложнее. Народа могло быть гораздо больше. Так, прошу вас. По-моему, тут нельзя определить, потому что, например, может быть, даже 12 шестиклассников и 7 вот, семиклассников. И уже... 12 шестиклассников. И 7 семиклассников. По-моему, это нельзя определить, вот, потому что каждый раз может быть... Нам дать покой. Да? Ну да, не да. Дальше. Да? А можно попробовать составить рисунок? Ну, пожалуйста. А что здесь состоит рисунок? Ну, с помощью тех же самых точек, они могут по-другому. Берем, скажем, одного семиклассника. Да. Он пожимает руку шестиклассника. Шестерых, да. Но если вы думаете, что он после этого может их на веревочке за собой водить, вы ошибаетесь. Потому что ведь каждый из них пожимает руку не только ему, но и еще кому-то. То есть это не его карманные ученики. И поскольку каждый шестиклассник должен пожать руку семиклассникам, смотрите, вы сейчас мне нарисуете какую-то картинку. Но вне зависимости от того, что это будет за картинка, я все равно спрошу вас, а еще? А какой-то другой вариант? Понимаете? И вы на этот вопрос не ответите. То есть вы мне обещали другой вариант рисунка. Ну, во-первых, если много точек, то вы просто много времени на это потратите. А во-вторых, все равно будет вопрос. А еще? А если не так, а по-другому? Понимаете? Садитесь, следующий. Прошу. У шестиклассников X человек. Да. А семиклассников Y человек. Да. Тогда количество рукопожатий у шестиклассников будет 7X. Да. А у семиклассников 6Y. Но так как в рукопожатии участвует и семиклассник, и шестиклассник, да, то их количество будет равно. Но из этого следует, что Y больше, чем X. А значит, семиклассников больше, чем шестиклассников. Ну, в общем, вы правы. Единственное, можете как-то понятно объяснить. Дело в том, что для нас сегодня главное равенство. 7х равняется 6y. Почему это так? Потому что количество шестиклассников, если x, каждый шестиклассник пожал руку 7 семиклассникам.
Получается, что каждый шестиклассник сделал 7х, все шестиклассники сделали 7х рукопожатий. Также с семиклассниками. Вот так как вот рукопожатие семиклассника и шестиклассника. Шестиклассник пожимает руку семикласснику. С другой стороны, семиклассник тоже прижимает руку шестиклассника. То есть одно рукопожатие содержит и семиклассника, и шестиклассника. Значит, все рукопожатия равны. Хорошо, спасибо. Давайте попытаюсь объяснить вашу мысль немножко по-другому. Обычно, когда объясняют эту тему, то начинают со следующего. Представьте себе, что мы сейчас прекратили наш кружок. В конце концов, родители тут всего двое сидят, мы их как-нибудь уговорим. Да? Значит, сдвинули парты, включили хорошую музыку и два часа все потанцевали. Нормально? Нормально. После этого, ну да, танцевать будем не по принципу, что стадо вышло и прыгает, а именно такие, ну, настоящие танцы, то есть там, понятно, мальчик и девочка, значит, выходят и красиво там, извините, все отлично. А после этого пусть каждая девочка скажет, она танцевала с таким, с таким, с таким, с таким. И каждый мальчик то же самое. Выпишет. Список. После этого посчитаем, сколько девочки нам назвали, и посчитаем, сколько мальчики назвали. Все понимают, что эта сумма совпадет с этой. Почему? Потому что у этого есть простой смысл. Это количество состоявшихся танцев. Согласны? Когда любой танец у нас проходит, то выходят два человека. Согласны? Мальчик и девочка выходят и танцуют. Два человека. При этом каждый из них потом напишет в отчете. Я сегодня вместо занятия математического кружка танцевал с той-то. Я сегодня на занятии математического кружка танцевала с тем-то. Понятно? Так, ну давайте реально это делать не будем. Я думаю, что все и так поняли, о чем разговор. Ровно такая ситуация здесь. Когда выжимают руку, то в этом участвуют два человека. Один семиклассник, другой шестиклассник. Каждый из них себе это записывает. Соответственно, 7х – это если опросить всех шестиклассников. 6у – если опросить всех семиклассников. Договорились? 496-я. С черным номером. В стране Карабабаси живут Карабасы и Барабасы. Каждый Карабас. Так, тут, поскольку слова похожие, то это трудно запомнить. Карабас дружен с 6 Карабасами. И 9 барабасами. Так, каждый барабас дружит с 10 карабасами. И 7 барабасами. Вопрос. Кого в этой стране больше? Карабасов или барабасов? Прошу. Обозначим Карабасов по буква X, а Барабасов Y.
Нет, только не кровасы буквы X, а количество кровасов. Да. Итак, X – это количество имеющихся кровасов. Y – количество имеющихся барабасов. Дальше. Тогда каждый карабас будет дружить с 6X плюс 9Y. А барабас с 10Х и 7Х. Это будет разница. Заметьте, казалось бы, я зря придрался. Помните, она сказала, обозначим через Х карабаса. Потом или обозначим через Y барабаса. Вы скажете, ну понятно же, она имела в виду количество. Ничего подобного. Когда вы произносите неточные фразы, они застревают. Она говорит, смотрите, каждый карабас дружит с 6Х и 9Y. У него в голове, у нее, извините, в голове действительно, то есть я с карабаса немножко совместил. Вот, вот, значит, карабас, когда дружит, он дружит вовсе не с количеством. Так вот, когда Нина писала, она тщательно перепутала карабаса с количеством карабасов. В результате получилось вот это вот замечательное уравнение. Вот. Какому-нибудь психологу оно много может сказать о ее личности, о ее пристрастии к манной каше, или к перловой, или к овсяной. Вот. Мое счастье, я не психолог. Поэтому я анализировать это уравнение не буду. Я просто скажу, что это ерунда. Следующий. Кстати, обозначение разумное. Количество карабасов действительно полезно обозначить какой-нибудь буквой, и барабасов тоже. Это естественно, нормально. Это хорошо. Пока вы здесь решаете, обратите, пожалуйста, внимание, кружки в МЦНМО не зависят, как это мало не хватит, кстати, не зависят от школьных занятий. Поэтому, если у нас здесь будет какая-нибудь отмена, вы знаете, что раз в два в год, к сожалению, бывают истории, когда нам не дают эту аудиторию, потому что ну, что-нибудь важное здесь происходит. Так вот, если происходит отмена занятий, то об этом написано на сайте. Но из-за школьных каникул никто ничего отменять не будет. Поэтому, пожалуйста, во время приближающихся школьных каникул точно так же мы занимаемся, все нормально. Все у нас замечательно. Возможно, все-таки будет отмена во время студенческой сессии. Но ничего не поделаешь. Но об этом будет сообщено специально, я очень надеюсь, что... Вообще, привыкните заходить в интернет. Прямо непосредственно перед тем, как ехать, зайдите, посмотрите на страничку. Вообще, какие бывают дружбы? Кто с кем может дружить? Карабас-барабас. Карабас-барабас. Отлично. Значит так, бывает. Карабасо
Карабасовая группа. Хорошо. Бывает Карабаса. Барабасовая. И бывает Барабаса-Барабасовая. Барабаса. Замечательно. Так вот, оказывается, если знать числа x, y, ну и разумеется, вот эти, можно про каждый из этих видов дружбы посчитать, сколько такой дружбы. Вот Карабас с Карабасом. 6x. Молодец. Ответ неправильный. Почему? А почему молодец? Потому что иначе мы бы не заметили это. Он бы сказал правильный ответ, мы бы прошли. А так есть повод поговорить. Ребята, вы же здесь сидите ради того, что вы не знаете эти задачи. Я же специально прошу, не читайте задачи. У меня хоть на сайте написано, какие будут номера. Я же прошу, не надо читать перед занятием. Потому что ваша непосредственность нужна. Вы же здесь в качестве их самых. Кого? Не кроликов. Не кроликов. Совсем не кроликов. Нет, это не кролики. Чтобы при помощи артистов сыграть вот этот кружок, потребовалось бы огромное время на подготовку. Потому что вот так вот выйти и написать именно 6х, понимаете, он ведь именно сделал ошибку. Он не просто написал 55х. Нет, он именно сделал ошибку. То есть то, что имеет смысл обсуждать. Кстати, кто не знает, почему он не прав-то? Да. Потому что каждый карабас дружит с 6 карабасами. Да. А 1 плюс 6 это 7. Это уже перегрыш. Это уже слишком. Да. Потому что всего количество карабасов х. А 6х это будет еще карабас. Количество людей карабасов. Так, ребят, я же хвалил. Это уже получается слишком сильно. Я вас перехвалил слишком. Может быть, Карабасова это половина от х? Только не от х. От х. И не от х. От 6х. От 6х в третьей попытке. Давай, Семен, почему? Потому что здесь шестеро, это половина. Что такое 6х? 6х это 6 раз по 6 раз. Нет, это не 6 раз по х. Это х раз по 6. Это х раз по 6. Это если х это карабас, это. Х это не карабас. Стоп. Это важная вещь. Это важная вещь. Надо следить за своей речью. Потому что, конечно, выучиться можно любым образом, но затраченное время. Затраченное время будет разное. Я вот прочитал биографию Перельмана, хотя она и написана журналисткой, которая, что называется, мало чего понимает в математике, но, тем не менее, некоторые моменты там правдиво отражены. Представьте себе, как был устроен кружок во времена, когда там учился Перельман. Руководитель настоял, что каждый школьник на занятии рассказывает решение каждой задачи. Это чем-то, конечно, напоминает театр абсурда. То, что сейчас мы рассказали, а после этого вставай, выходи, рассказывай. Вставай, выходи, рассказывай. Вставай, выходи, рассказывай. Тем не менее, из этого кружка вышел Перельман.
потому что зато уж если 20 раз прозвучал один и тот же текст, то есть вероятность, что его человек выслушает. Даже если он в это время играл в крестики-нолики, даже если он в это время еще что-нибудь делал. Но когда одно и то же повторили 20 раз, то обязательно услышит. Все-таки ты скажешь, почему надо пополам поделить? Почему пополам? Потому что здесь 9 карабасов и 6 карабасов. Чтобы их найти, сколько? Иди отсюда, мы ищем не карабасов. Так. Карабасов не дружит, потому что карабас, он не дружит сам с собой. В дружбе... Здесь ни при чем. В дружбе участвуют 2 человека. А, это разумно. То, что про сам с собой, это ерунда. А вот то, что в дружбе действительно участвуют 2, не 3, не 4. А когда вот разговор идет о том, что карабас, смотрите, карабас дружит с 6, это же на картинке что означает? Вот есть один карабас, и если рисовать, так сказать, узы дружбы, вообще откуда идет понятие узы дружбы? Из теории графов. Правильно? Потому что в теории графов разумно изображать людей точками, вершинами графа, а если 2 человека дружат, рисовать между ними отрезок. Вот и получаются такие отрезки, называются узы дружбы. Это вы все знаете с детства. Вот, итак, то есть, если у нас есть 6 отрезков, то этих самых уз дружбы из каждого человека выходит 6 штук. Здесь, соответственно, тоже 6 отрезков. Понятно? Из каждого другого 6. Вообще-то вы должны знать такую теорему, что сумма степеней вершин любого графа в 2 раза больше, чем количество ребер. Неужели никто не знает? Если берешь любой граф, неважно какой, просто совсем неважно какой, вот, и каждое его ребро режешь пополам. Давайте вот, берешь пострямку и аккуратно каждое ребро режешь пополам. Неужели вы никогда не слышали о том, что при этом каждое ребро превратится в 2 своих половинки, а если пройдешь по вершинам, степень – это количество отрезков, которые выходят из вершины. 2, 4, откуда столько выходит? 3, 2, 2, сколько здесь? 6, 4, 3, где 5? Здесь? Да. 5, 5, и здесь 5. Вот, господа, сумма степеней, то есть сумма вот этих чисел, 2, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 2, в 2 раза больше, чем количество ребер. Неужели не слышали? Слышали. Ну, кто-то слышал, кто-то нет. Так вот, это оно. 6х, конечно же, надо делить на 2. Потому что, когда люди пожимают друг другу руки, вот они, 2 человека, я ему пожал, а он мне. Получается 3х. Хорошо? Сколько дружб барабаса барабаса? Может быть тогда 7у делить на 2? Только не тогда. А действительно, 7 действительно 7у разделить на 2. Кстати, сразу скажу. Обратите внимание, чтобы это число было целым, y обязательно должно быть четным. Вот так простые такие вот соображения позволяют иногда доказывать, что там какое-то там число четное или еще что-нибудь. Посчитали количество дружб барабасов с барабасами, получили число 7y пополам. Если бы y было нечетным, это число было бы не целым, получили бы противоречие. Ой, ребята, теперь заявление. И это никакого отношения к задаче не имеет. Это я просто так, чтобы время провести. Вот. А на самом деле нас интересует карабасо. Барабасовая. Сколько при вот этих условиях, что x карабасов,
Y Барабасов и вот такие числа, сколько будет в нашем графе, вы должны себе представлять граф, да? Его вершины — это Карабасы и Барабасы, и если какие-то два человека дружат, то они между собой соединены веревочкой. Да, пожалуйста. А может быть тогда... Вас не видно здесь, выходите. По-моему, 10Y и 9Х делить на 2. Шикши. Y пишет не так. Ну что ж. Да, 10Y. Спрашиваете прохожего, скажите, пожалуйста, как мне проехать в МЦНМО? И он вам отвечает, да очень легко. Это подъезжаете к памятнику Акуджавы, а там рукой подать. Ну, вроде и правильно, но с другой стороны, если человек не знает, где этот самый памятник Акуджаве, то тут трудно, да? Вот. Хотя действительно мы фактически там, где Акуджава. Господа, это правда, но это правда, высказанная таким странным образом. Слушайте, как вы хоть рассуждали это вообще? Ну, раз там делили 6Y на 2 и... То... По аналогии. Ну да. Если там вот такая завитушка мелом ему нравилась, и за нее ставили пятерку, то я сделаю такую же завитушку, это ужасно. Это ужасно, ребята. Это значит, что вы ничего не понимаете, а просто пытаетесь, называется, написать по аналогии. Плохо. Второй вопрос. Значит, каждый карабас дружит с 6 карабасами, 9 барабасами. Каждый из барабасов с 10 карабасами и 7 карабасами. Сколько есть пар вида карабас-барабас? Версии, мысли. Давай. Можно посчитать, сколько всего друг, а потом вычислить, сколько вообще. Совсем не.
Представьте себе эту картинку. У нас имеется двудольный граф. Одна доля – это карабасы, другая – барабасы. Представьте себе, они разошлись, да? В одном, с одной стороны двора стоят карабасы, с другой стороны – барабасы. И представьте себе, что между ними натянуты веревочки. Я боюсь, что вам не хватает просто вот этого зрительного представления. Это же так просто. У нас есть карабас, и из него идут веревочки к барабасам, к тем, с которыми он дружит. В чем проблема? Один человек еще может. Там сейчас. Давай, выходи. Итак. Да? Вот карабасы это X. Карабасы... Да не карабасы, это X. Количество карабасов обозначили буквой X. Пытаетесь экономить десятые доли секунды. В результате мы с вами торчим на одной задаче много минут. Заставляйте себя говорить точно. Следите за языком, следите за мыслями. Да? Вот с карабасом дружится с барабасом. Это получается, я написал мальчику 9х. Количество барабасов это барабас, да. Это y. Да. И получается, вот, если барабас дружит с карабасом, получается 10y. Что такое, если карабасы дружат с барабасом? Ваша главная проблема сейчас – это отсутствие последовательных мыслей. То, что вы говорите неполными предложениями. Ребята, я так не могу. Я так не могу. Да. Просто вашу речь я объявляю бессвязной. Понимаете, да? Она произнесена не на русском языке. То есть? Все. По этой формуле можно сказать, что... Господи. Ну, ты же ее не объяснил, эту формулу. Что такое 10y? Что такое 9x? 10y – это барабасы, количество барабасов, дружащих барабасов. Количество барабасов, дружащих с карабасами, строго говоря, равно y. Потому что каждый барабас, а у нас всего y человек, дружит с каким-то карабасом. 10y – это не количество карабасов, а это именно количество этих фактов дружбы. Вот если представим себе, есть секретный сотрудник, который значит, смотрит на всех этих карабасов и барабасов и записывает, да, там, агент такой-то, там, Иванов Иван Иванович, значит, там, сижу в дупле Сороки, докладываю, карабас такой-то пошел, пожал руку барабасу такому-то, да? Так вот, таких вот донесений он отстукает сколько? 10 игр, да. Вот таких вот сообщений. Такой-то карабас дружил с таким-то барабасом. Таких сообщений будет 10 игр. Хорошо, а что такое 9х? 9х это фактор дружбы карабасов с барабасами. Вот. Ну, то, собственно, можно объяснить, что если все это посчитать, то это 5х. Да. Нет. Никаких 5 игрек. Вот просто себя непонятно зачем запутывать. Вы все правильно сказали. Вы все правильно сказали про то, что 10y. Это количество доносов на... Слушайте, это потрясающе. Получается, что в нашей стране даже это легче говорить на нормальном верном языке. Да? Представьте себе, что сидит человек, пишет донос.
шутка, это вы лучше понимаете, чем нормальный человеческий язык. Жалко. Так вот, количество доносов вида «карабас такой-то дружит с таким-то барабасом». Представьте себе, что на каждую дружбу нужно оформлять отдельный рапорт. «Карабас такой-то дружит с барабасом таким-то». «Карабас такой-то дружит с барабасом таким-то». Вот таких вот бумажек будет выписано сколько штук? 10 игр. Будет выписано действительно 10 игр. Потому что на каждого барабаса будет выписано 10 таких рапортов. Их можно разложить по барабасам. В личное дело одного барабаса вшиваем, в личное дело другого. В каждое личное дело вшиваем по 10 бумажек. Отлично. Но, разумеется, когда наш агент Иван Иванович Иванов в своем дупле сидит, то он точно так же, как только заметил, что барабас один с другим барабасом, значит, он сразу же пишет донос не только на барабаса, но и на карабаса. И вшивает его в личное дело карабасу. И у каждого карабаса сколько будет таких бумажечек? 9. И вот заявление. Я уже просто готов плакать. Я не понимаю, что делать. 9Y равняется 9Х. То есть х больше. Потому что каждая бумажка составлялась в двух экземплярах. Потому что когда составляли бумажку на там барабаса такого-то и карабаса там такого-то, то одновременно составлялась бумажка вот на эти, то есть меняешь их местами. Поняли? Да. Вот. Хорошо. А, да, из этого равенства понятно или нет? Х больше есть. Да. Почему? Ну, потому что 9х, понятное дело, меньше, чем 10х. А если 10у меньше, чем 10х, то у меньше, чем x. Хорошо. 497 задача. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутов. Белых шестиугольников и черных пятиугольников. Итак, пишем. Белые шестиугольники. И черные пятиугольники. А белые и черные, пусть это что на картинке, они лучше смотреть. Каждый черный лоскут граничит только с белыми. Черный только с белыми. А вот каждый белый с тремя белыми и тремя черными. Вопрос очень простой. Сколько белых лоскутов и сколько черных? Повторяю. Имеются белые шестиугольники, черные пятиугольники. Каждый черный лоскут граничит только с белыми, а каждый белый с тремя белыми, тремя черными. Всего 32 грани. С этой задачей могу сказать, когда делали книжку, то, естественно, оформитель сразу полез просто в стандартную библиотеку рисунков и взял там рисунок футбольного мяча. Так вот, оказалось, что он неправильный.
То есть в стандартной компьютерной библиотеке рисунков изображение футбольного мяча не соответствует, просто там количество граней другое, не соответствует тому, какой на самом деле стандартный футбольный мяч. Но, тем не менее, исправили, все нормально. Значит, итак, футбольный мяч состоит из шестиугольников. Задача ровно на сегодняшнюю тему. Количество белых шестиугольников будет x штук. Да. Тогда количество черных пятиугольников будет 32 минус x. Хорошо. Когда белый граничит с тремя черными, это значит, что между белыми и черными будет 3x границ. 3x отрезочков. С одной стороны от которых пятиугольник, а с другой шестиугольник. Отлично. А когда черный граничит с белыми, у черного 5 границ. Соответственно, будет 5 умножить на 32 минус 7 границ. Да. Черный с белым. Да. Но когда белый граничит с черным, а черный с белым, то у них есть одна общая граница. Вот такой, что сказать белый граничит с черным? Что сказать черный граничит с белым? Это так же, как когда два человека пожимают друг другу руки. Сказать, кто из них как бы первый пожал, странно, да? Пиши. Тогда получается уравнение 3х равно 5 на 32 минус х. Пожалуйста, решите сразу, ладно? Сейчас на это тратить время, поскольку я сегодня уже пытался вы знаете, то есть петущий кружок, я там взял и попытался нарисовать эту картину. Сначала кажется, что рисовать легко. Берешь шестиугольник, проходишь, значит, вот так вот рисуешь, дальше половина из них шестиугольники, половина пятиугольники. Здесь вот шестиугольник, здесь шестиугольник, здесь шестиугольник, дальше пятиугольник, пятиугольник, пятиугольник. Дальше продолжаешь там шестиугольники рисовать. Так вот, мне казалось, что я сделал, но в последний момент у меня, что называется, вышло за пределы доски, потом я спутался и все. Со злостью стер, второй раз нарисовался. В общем так, этого удовольствия я вам сейчас не доставлю. Я вечером нарисую в программе «Живая геометрия» эту картинку, там рисуется совсем легко, и просто на сайт ее положу. Просто вот на нашу стандартную страничку, да? И там это будет. Потому что я просто боюсь, что сейчас потрачу много времени и будет некрасиво. И кроме того, все равно, так как при помощи компьютера красиво я это не сделаю. Надо было, конечно, заранее приготовить, но извините. 498. А 497 ничего нет? А вы не поняли, что это оно и было? Это оно и было. 498. Взяли несколько одинаковых правильных треугольников. Вершины каждого из них пометили цифрами 1, 2, 3. Затем их сложили в стопку.
могло ли оказаться, что сумма чисел, находящихся в одном углу, равна 55, и в другом, и в третьем? Что во всех углах сумма одна и та же и равна 55. Давайте я сразу скажу пример того, как могли держать треугольники. Вот представьте себе треугольник, над ним этот, над ним этот. Здесь напишем 1, 2, 3, повернем, получится 1, 2, 3. Еще раз повернем, получится 1, 2, 3. Смотрите, тогда здесь вот сумма равна 6, и здесь сумма равна 6, и там тоже. В каждой вершине сумма оказалась равна 6. А вот вопрос, не 6, а 55. Вот. Так разместить треугольники, может быть, какие-то переворачивать, а не обязательно только поворачивать. 54? Да. Можно. Это 9 таких стопок. Конечно. А 55? Хорошо. Я это нельзя сделать, так как 54 это 9 таких стопок. Да. Невозможно положить треугольник так, угу, чтобы он показывал единицу. Спасибо. Спасибо. Это очень важное заблуждение. Если вам предложили некоторый замечательный способ, и он не сработал, это не значит, что это в принципе нельзя сделать. Конечно, я предложил хороший способ с этой стопкой из трех треугольников. Конечно, когда положишь 9 таких стопочек, то обнаружишь к ужасу своему, что больше уже ничего не получается положить. Но это не значит, что никто никогда не придумает. Бери кружку. Это не значит, что по-другому нельзя. Да, при этом способе, если составлять из таких стопочек, не получилось. Убери игрушку. Займись делом. Слушайте, ребята, вам родители покупают эти замечательные вещи совсем не для того, чтобы вы на уроке их перебирали. Работай. Тема сегодняшнего занятия – подсчет двумя способами.
Я не понимаю проблемы. Да? Потому что 55 не делится на 6? Нет, я такую фразу не понимаю. Ну не делится 55 на 6. То, что вот в каждом стопке по 6 суммы... Почему вы обязаны класть именно такой стоп? Ну, потому что... Тему вы сегодня читали или нет? Да. Название темы, которой мы занимаемся сегодня весь день. Да, прошу вас. Пусть количество треугольников x штук. Да. Пусть всего x треугольников. Тогда сумма вершин треугольника. Вершины складывать нельзя. Сумма значений вершин треугольника. Сумма чисел, расположенных в вершинах, да. Будет 1 плюс 2 плюс 3 умножить на x. Да. Но с другой стороны, у нас по условию, когда мы положили уже все треугольники, будет по 55 в каждой вершине. Это... В углу, если по вертикали смотреть подряд, будет 55, да. Значит, это 55 на 3. У треугольника три угла. Да, конечно. Это уравнение. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 5. Что вы делаете? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, х это 55 на 3. То есть получается, что 2, х. Х, да, 2, х, 55, чего не бывает. Спасибо. Правильно. Действительно, надо было посчитать сумму всех чисел двумя способами. Первый способ по слоям, второй способ по углам. То есть, вот, это очень часто бывает нужно. Значит, представлять себе нужно так. Два человека считают сумму всех чисел. Один считает вот так вот, слоями. Другой проходит сначала по одной вертикали, потом по другой, потом по третьей. Важно, что ответы будут одинаковые, потому что каждое число, оно будет один раз посчитано, когда считали по слоям, и оно будет один раз посчитано, когда считали по вертикали. Действительно, 6х равняется произведению чисел 55 и 3. 499 задача. Кубик размером 3 на 3 на 3. Составлен из 14 белых и 13 черных кубиков. Итак, 14 белых, 13 черных. Так, ребят, разумеется, куб мы будем представлять себе слоями. То есть вот это вот низ. Следующий это что у нас? Совершенно верно. Средний слой. И, наконец, верхний слой, да. Может ли так быть, что в каждом столбике, столбик это параллелепипед размером 1 на 1 на 3. То есть три кубика вместе образующие параллелепипед. Не обязательно по вертикали. То есть столбик это вот эти три столбика, эти три тоже столбики. Есть такой столбик, состоящий из таких вот, например, трех. Такой вертикальный столбик. Так вот, может ли так быть, что в каждом столбике нечетное количество черных кубиков? Итак, пишу. В каждом столбике нечетное количество черных кубиков.
все понимают, что нечетное количество черных кубиков это то же самое, что четное количество белых. Правильно? Потому что всего в столбике 3 кубика, значит, числа разной четности. Так что, другими словами, четное число белых. Пожалуйста, что значит можно? Об этом спрашивается задача. Надо написать 14 букв Б и 13 букв Ч. Не смог? Чтобы было 13 черных, нечетное количество, да? То, что ты читать умеешь. Да, 13 черных. Да, 14 белых. Я вам даже скажу, что 14 плюс 13 это 27. Не надо играть с книгой. Я попросил вас открыть тетрадь. Не для того, чтобы вы при этом продолжали открывать и закрывать книжку. Это очень плохо, когда вы ждете, когда другие решат за вас. Это очень плохо. Вот у вас сегодня ничего, ни одной строчки не записано в тетради. Вы думаете, что вы такой умный. На самом деле это называется «зря сидел на занятии». Хорошо. Да. А черный, белых должно быть тоже нечетное количество. Слушай. Ч-йо-т-н-о-е, ч-и-с-л-о-б-е-л-ы-к. Очень хорошо запомнил этап в жизни моего ребенка, когда он знал буквы, чего-то у него продолжалось очень долго. Он знал буквы, но абсолютно не мог сложить их в слова. То есть он читал ч-йо-т-н-о-е, и как Матвей не понимал, какое получится слово. Не понимал, действительно, причем до слез. То есть, вот по буквам, м-а. А какое получается слово? А не знаю. Ну давай, попытайте вместе, произнеси. М-а. Что будет вместе? Да нет, если бы папа, это я бы радовался. Нет, просто ничего. Надо просто расставить.
Кстати, господа, которые смотрят это, они не сидят сейчас на кружке. Не надо ждать, что вам дадут. Надо реально остановить запись и самим сделать. Потому что здесь интересно только когда сам. Сейчас нам покажут картинку. Кто-то из ребят обязательно сейчас эту задачу решит. Но только самому интересно. Саша, да. А может быть, первое крестиком заполнить? Вот заполнить. Нет, не на доске, а у себя в тетради. Проверь. Уже сделал? Прошу. Это что такое? Это черное. Что? Черное надо. Не понял. У нас бывает черное, бывает белое. Буквы бывают Б и Ч. Буква Н не предусмотрена. Как же вы пишете, как учет, а? Ой. Я бы круглый, это тоже хорошо. Ребята, с какой стороны он заслан к нам, а? То есть хвостик буквы Ч правда не будет слова, да? Ужас. Сегодня дух буквы Ч во сне явится к вам, я там сделаю. Мы закончили семерка. И дух буквы Б добавь. Еще палочку нарисуй, будет цифра 7. А что там пустые клетки? Да. А пустые клетки, это что? А в каком классе вы учитесь? Они прозрачные. В шестом. Прозрачные клетки. Семен, в шестом? Ну, после прозрачные. Здорово. Прозрачные клетки. Здорово. Голубевые. Черный. Эмма? Эмма. А что значит Эмма? А что за М? Девочка. А что за М и единичка? Так, не издевайтесь. Давайте лучше считать. 1, 2, 3, 4. В каждом столбике тише должно быть четное. Вы не понимаете совсем? В каждом столбике должно быть четное число белых. Вот в этом столбике у нас 3 белых. Согласны? Поэтому ваше решение неверно. Я мог сразу сказать, да. Можно? Пожалуйста. Если бы он буквы Б и Ч писал хорошо, то я бы, наверное, сразу сказал. Следующий.
вчера встретился с одним человеком, работающим в образовании, похвастался, что мы тут проводим курсики и так далее, да? И он ответил, да, конечно, обязательно нужно икуштималу мехмат, икуштем ЦНМО все записывать, только их надо не просто записывать, сказал он, а надо записать очень много таких кружков, самых разных преподавателей, огромное количество, распознать текст, это сейчас компьютеры это умеют, и дальше, я просто в ужас пришел от этой его идеи, проводить уроки со школьниками следующим образом. Школьник выполняет какие-то тесты, компьютер соображает, что именно этот школьник не знает, и включает ему соответствующий кусок. Вот. А школьные учителя вообще не нужны. Человек делает следующий тест, там какую-то задачу не решает, включается запись соответствующая. Правильно? Компьютеры будут полностью управлять. В результате приходишь в школу, подключаешься, значит, наушники, аккуратно в наручники люди. Я хотел сказать клавиатуру, но вот. И работает. Удобно? Быстрее же. 14 белых. В каждом столбике четное число. Подсказка. Вы немножко думайте о красоте. Ребят, ну вы не просто так ставьте, а следите, чтобы картинка была симпатичная. Матвей не зря рассказал, там крестом их поставить. Тут я еще не знаю как, но пока у вас красоты не будет, решения тоже не будет. Если четное число белых, значит нечетное число черных. И черных 13 штук. Вы никогда не задумывались о том, какие бывают нечетные числа от 1 до 3? 1 и 3. Золотые слова. В виде суммы 9 слагаемых, каждая из которых единица или тройка. 1, 3, 3, 3 и 3. В виде суммы 9 слагаемых. Если вы ответите на этот вопрос, вы будете знать, в скольких столбиках у вас 3. А скажите вам по секрету, что такое столбик, в котором 3? Столбик, в котором 10 белых. Это они все три черные. Давайте, все-таки конкурс. 9 слагаемых, каждая единица или тройка. Должно получиться число 14. Давай. А 14? Да. Нет. 13. Ой, 13, прости, 13. 2 тройки и 7 единиц. Ага. Давайте думать. 3, 3.
понимаете, что это означает? У нас обязательно будет столбик, состоящий целиком из каких? Из черных. Значит, вы можете взять и спокойно написать Че. А дальше вот два варианта. Заметьте, никаких проблем у меня сейчас нет. Я ничего сложного не делаю. Просто, понимаете, я не просто смотрю на задачу, а я ее пытаюсь решать. Два варианта. Либо здесь чи-че, либо что? Б-б. Либо б-б. Что? Терпите, вы не думаете. Давай, ладно уж. Возьми мел нормальный. Да просто я взял лоб хорошо. Кусочек сюда. Матвей, возьмите нормальный. Матвей, нормальный мел возьмите. А, не, тут я забыл. А если тут не мел? Все в тетради, решение есть. Вот. Все три таблицы заполнены. Да, ты все проверил? Да, только я не забыл то, что вот если нет, то... Садись. Да. Садись. Ой, ну что же это за город, ребята? А? Давай. Сделать бы еще третий-четвертый оборот при написании букв. А. Ух ты. Не, лучше делать все обороты. Иначе будет хуже. Кто подсмотрит? Как вы хотите. Спасибо, садитесь. Нечетное. Так, а здесь что у нас? Какая будет? Там Че. Че. Так, нечетное. Отлично. Ну, да, почерк чудовищный, конечно. Нечетное. По столбику. Нет, середина. Середина не устраивает. Нет, устраивает вот этот. Че, Б. Все просто.
или середина? Б-Б-Б. У меня Б. Смотреть сейчас здесь. Нечетное. Нормально. Нечетное. Так, здесь тоже все хорошо. Теперь проверяем по Б, Б, Ч. Ч, Б, Б. Ч, Ч, Ч. Отлично. Ч, Б, Б. Б, Ч, Б. Б, Б, Ч. Ч-Ч-Ч, Б-Б-Ч и Б-Б-Ч. Отлично. Теперь количество. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Слушайте, ведь здорово. Теперь вопрос. Насколько эта картинка проста? Ответ. Абсолютно простая. Давайте я ее же изображу, но не на этой доске, где уже просто немного мела, мыть доску сейчас не хочется, а изображу ее так. Вот смотрите. Че-че-че. И здесь. Че-че-че-че. Да, я тоже буду че. Не лучшим образом пишу. И здесь че. Смотрите, помните, Матвей говорил, рассмотрите угол. Были такие слова? Ну, вот только, правда, два угла. Один раз буквы Ч написали вот так, а другой раз их написали вот так. И в центре картинка. Впрочем, еще проще. По диагонали. Теперь, если вы мысленно наложите эти картинки друг на дружку, то действительно, вот смотрите, когда накладываешь только верх и низ, то обнаруживается так. Здесь будет Ч, здесь будет Ч, а здесь они будут по два раза, то есть как бы нет. Ну и когда накладываешь по диагонали, то в результате везде получается нечетное число. Отлично. А вот сейчас произойдет следующая замена. Я здесь число черных сотру, зачеркну, вернее, нужно слово белых. И здесь, естественно, тоже слово белых я заменю на слово черных. А больше ничего менять не стану. Может ли, если у нас 14 белых кубиков, в каждом столбике быть нечетное количество белых кубиков? Может ли в каждом из... Кстати, сколько столбиков всего в кубе? 27. Кубиков. Столбиков. Не отдельных маленьких кубиков. Да. Столбиков 81. 81. Нет. 81. Каждый квадрат дает 18. 18. Как интересно. Нет, 27. 27. Почему? Каждый квадрат, вот если не брать по древку. Первый ответ 27 был неверен.
ответ 27, который сейчас дали, он уже верен, да? Когда квадрат, один квадрат дает 6 столбиков. Вдоль одного направления, только, конечно, не 6, а 9. Ну, 9. Смотрите, вертикально. 9 штук. Так, их вот. Понимаете? Тоже 9. И таких их тоже сколько? Тоже 9. О, так что все 27. Ну, в общем, это не так важно. Надо просто проверить вообще. Понимаете, о чем я говорю? Итак, всего 14 белых кубиков. Может им вдоль каждого направления быть нечетное число. Не слышу, что? Может, надо опять у папы пытаться получить 14 девятью слогами. И выяснить, сколько черных. А что? Действительно, здесь же мы получали 13 при помощи 9 слогами. А сейчас надо получить 14. По-моему, 14 получить уже нельзя. А почему? Почему нельзя получить 14? Говори, говори. Если вместо единицы поставить тройку, то эта сумма будет больше на 2. Если наоборот, то меньше на 2. Что-то разумно. Действительно, у нас слагаемые единицы и тройки. Если писать слишком много троек, то получишь большое число. Если уменьшишь только одну тройку, уменьшится на 2. Если единицу увеличишь, увеличится тоже на 2. Господа, вообще-то есть такое правило. Сумма нечетного числа нечетных слагаемых, она какая? Нечетная. Нечетная. У нас 9 слагаемых, это единицы и тройки. Видишь, 14 ты получишь. Значит, в новой задаче ответ какой? Нельзя. Не бывает. Так, не так нельзя сделать. Очень хорошо. Ну что ж, мы дошли до очень важного момента нашего занятия. 500-я задача. У марсиан бывает не только 2, 1 или 0 рук, как у людей, а любое число. Нет, у людей бывает 1 рука, не бывает, и 0 рук бывает. Вот, это, вот. А вот больше у людей действительно не бывает. Однажды все марсиане взяли за руки, да так, что свободных рук не осталось. То есть осуществили такое абсолютное рукопожатие. Все остановили, все свои дела бросили, расставили руки, и каждый пожал кому-то руки. И удивительным образом выяснилось, что ни одной свободной руки нет. То есть все, каждая рука что-то пожимает. Вот, какую-то другую руку. Докажите, что в этой ситуации количество нечетноруких марсиан четно. Кто-нибудь может эту задачу сформулировать без марсиан? Мы же все равно знаем, что их нет. Поэтому давайте каким-нибудь нормальным земным образом. Давай, давай, да, про граф. Да. В любом графе. В любом графе количество нечетных вершин четных. Молодец. Теорема. Количество вершин нечетной степени в любом конечном графе сразу скажу, что когда вообще занимаются графами, то бесконечные графы обычно обладают совсем другими свойствами. То есть берем точку и попросту из нее выпускаем луч бесконечности.
Вы понимаете, что все вершины будут степени 2? Степень – это количество отрезков, которые выходят, да? Будет одна вершина степени 1. Так? То есть проблема у нас как бы убежала на бесконечность. Так что если грамм бесконечен, то это не обязательно. Ну, кстати, не обязательно такая простая картинка. Например, берем три точки, извините, вершину степени 3, а дальше будем каждый раз... Можно и не везде. Что? Можно и не везде. В общем так, если граф бесконечен, то теорема неверна. Но, конечно, когда изучают графы, то в случае бесконечного графа это специально оговаривают. И это совсем-совсем другая наука, чем то, что нас сейчас интересует. Итак, количество вершин нечетной степени в любом конечном графе черно. На самом деле, сегодня уже заходил в этот разговор. Немножко на это вспоминайте. Где количество было вершин? Да когда вот эти вот шестигласники, сумма степеней вершин в два раза больше, чем количество ребер. Совершенно верно. Пишет лемма. В общем, она тоже вершина шлема. Она тоже сама себе вполне такая важная. Итак, сумма степеней всех вершин конечного графа. Я буду писать граф, потому что теперь конечного. Сумма степеней всех вершин графа в два раза больше. В два раза больше чего? Количество его ребер. Сумма степеней вершин графа в два раза больше количества ребер. Ребята, это совсем просто. Вот я вам рисую любой граф. Кто объяснит? Так, ну давайте степени вершин поставим. Два, здесь что? Три. Здесь. Пять. Три. Слушайте, слишком много вершин нечетной степени. Можно я их количество немножко подубавлю следующим образом? Здесь у меня будет два. Тоже не подубавил. А вон, можно ведь поближе. Да ладно, уже поздно. Там еще внизу есть вершины, 4 там. Спасибо. Господа, давайте мы проверим теорему. Каким образом? Я зачеркиваю и резюмирую. 3. 3 плюс 4. 7. 7 плюс 3. 10. 12. 16. 18. 23. 25. 28. 30. 34. 34. Сколько? 34. Отлично. 34. Нужно доказать, почему количество вершин Мы собирались второй раз резать вот это. Хоть и длинное, но резать его надо все равно только один раз. 17, господа. 34 пополам. Это действительно 17. Почему? Да потому что если мы разрежем
каждое ребро пополам, то у нас, очевидно, из ребер получается половинки ребер. И, соответственно, когда вы пройдетесь по вершинам и в каждой посчитаете, сколько там этих половинок, то это как раз и будут степени вершин. Так, все поняли эту лемму? Сумма степеней вершин графа в два раза больше количества его ребер. Отлично. Ну а теперь сообразим, кто нам объяснит, почему из леммы очевидно следует теорема. Сумма степеней всех вершин графа в два раза больше количества его ребер. Мы умножаем сумму ребер графа, ну, количество ребер графа на 2. Когда мы умножаем любое число на 2, 2 четное число, получается четное. Да. Ну и что? То есть количество. А чтобы была сумма четная, нужно, чтобы было четное количество нечетных вершин, потому что. Ну, сумма. Если можно, выйдите и то же самое повторите. Не здесь. Выйдите нормально. Да? Когда мы умножаем сюда смотрите. Сумму любого количества ребер, любое число вообще на 2, поскольку оно четно, получается. Четное число? Да, четное число. Удвоенное количество ребер – это четное число. Согласен. Дальше. Дальше. Поскольку сумма четная и нечетная зависит обычно от нечетных чисел. Только необычно. Зависит всегда. Четная сумма зависит от количества нечетных слагаемых в этой сумме. Да. Если количество нечетных слагаемых четно, они образуют пару, примерно два числа. 1 и 3. Считается, что все это знают. Если количество слагаемых, нечетных слагаемых, четное, то результат четен. Если количество нечетных слагаемых нечетное, то результат что? Нечетен. Ну что, господа, теорема эта действительно в высшей степени важна. На самом деле многие результаты о графах получаются в качестве ее следствия. Вот. Но у нас, к сожалению, ровно на этом истекло время, а задач много. Поэтому мы просто отдельное занятие серьезно, я думаю, посвятим. И все.